скорее, так скорее. Кто вниз? Чё? Такое ощущение, что уходим. Ёбаный! Это я! Меня преследует ведьма! Пошла ты нахуй! Еще раз ты... Я на первый этаж не пойду. Вообще. Там ведьма. Да, ёб твою мать. Уже на втором. Сучка. В туалетах может быть что-то выгодное, например, аптечку. Я нашел в другом туалете тоже что-то. Наверное, бумага. Фонарь. А, нет, пацаны. Биты. Есть столько битов. Так. Поблизости громила. В каком туалете, блядь, бита? Ой-ой! Че, открывай дверь? Ой, там мясо за вами, да? Да, там мясо. Открываю? Ты чё, блядь? Давай. Патроны, да, кому нужны. Милости просим. О, обезболивающее. Нормально. В туалете, куда уж без него, наверное, это обезболивающее в женском туалете. Да. Пацаны, я не могу пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, блядь. Коля. Да, подожди. Крикетом, блядь. Да. Курильщик. Стой. Не надо убегать резко, блядь. Черт, вот незадача. Ребята, помогите мне. Мы в дерьме. Так, ну. Принц, катана. Катана кому-то катану. Ух ты. Мне катану. Где катана? Вот сюда, здесь, где я стою. А, дыши. И вот тебя кто-то опередил. Так, аптечки не пиздим. Согласен. И это говорят два чувака, которые у меня сразу, блядь, сходу все пиздят, блядь. Я только открываю, блядь, нету, блядь. А кто это сделал, блядь? А я не знаю, кто вот это. Пока две аптечки. Давай. Я прикалываюсь. Давай, бля, пацаны, пизда мне. Спасибо, Зори. Не, за что. Но я не Зори. Так, ну что, погнали в метро дальше. Погнали. Живой нет, я что-то не понял. А? Ты, блядь. Не, мертв. Где билет? Он. Где билет? Он давно устал. Где, блядь? Билетики за проезд. Ладно, без проблем. Я слышу. Здорово. А закрываем дверь. Нахуй надо, вот она. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Куда ты, блядь? О, любимая! Я выхожу. Опять ты какой-то. Какой-то забава. Национальная русская игра. Я дверь закрою за собой, как джентльмен. Да. Чего-то все лечится. И, пожалуйста, грядочку давайте. Вот он, лопатка. Если ее... Пацаны, сюда. Пацаны, быстрее. Быстрее. Марта хочешь пройти? Смотри, какая жопа. Или по жопе. Да, жопа. Тарелка. А тут палец нарисован. Прикинь, ты что случилось? А мы точно сюда бежим? Да. А сейчас слышу, где-то визжит. Вон и направо. Где мы хорошие? Ну, мы сделаем-то гуманнее. Молотов полетел! А ты чё, Артур Загар, что ли, блин? Солярий от Ивана? Ой, от Николая. Да, ты чё, она охуела вообще, там плачет. Ну всё, ребятки, опа, сковородка уже в руках, поэтому начинаем кулинарное шоу. Что это? Я какие-то агрессивные сегодня. Не знаю, сковородка усмиряет всех одинаково.
Чё, ладно. Ты готов? А, ты... По звукам слышу. Ждем, ждем. Сари, смотри, смотри, выходит, выходит. Еба такой, Сари, спрятался, бля. Ну чё ты его? Бля, парень старался спрятаться в углу. Да ну его. А чё он там стоит? Чё он там? Чёрт! Чё, ради прикола, открой дверь. А, не до конца я открыл, нихуя, нихуя. Второй прячь, смотри там, а? Нихуя, нет. Да ладно. Он ручкой болтает, смотри, и ходит, ебать там он. Запор, походу. Ой, бля, дед. А здесь на этом уровне вообще аптечки собираются, нет, делать? Не-не, пожалуй, пожалуй, нет, нет. Нам справляется нормально, ребят. О-о-о. Нет, 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 не сегодня, нет. Нет. Ну давай, лезь, лезь, лезь. Давай, давай. Вот хороший мой. Опа. Опа, еще раз. А лопаточка нет? М-м. Куда полез? Куда полезла? Куда-то, куда-то, куда вот лезет там, а? Ну я так долго могу делать, ребят. Ладно, давай другой был. Ну, лезь, лезь, лезь. Ой, молодец. Ой, молодцы. Ой, ты одной руки мой. А, еще раз. А давай, а вот двоих. Ну, вставай. Твоя независимая моя большая. Давай ты. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать первую 1000 подписчиков. До новых встреч!